Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буква «Т» дает человеку настырность. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Носителю этого имени нужно постоянно работать над собой для устранения негативных проявлений. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. В основном у владельцев этого имени проявляется неуверенность в себе, подверженность чужому влиянию, но если его мнение совпадает с мнением окружающих, это дает носителю имени много энергетики и движение вперед для намеченной цели. Таких людей стоит выслушать и посоветовать дельный вариант в однородной ноте. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Для таких личностей характерна экстраординарность. Они обладают аналитическим складом ума, но ко всему в жизни склонны подходить очень творчески. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.